В Уликольском районе Костанайской области, где минувшей осенью горели леса, как вы помните, начали уже работать лесорубы. Обгоревшие деревья пилят и перерабатывают. Определен первый участок площадью 2000 гектаров. На месте вырубки планируют заготовить чуть более 300 тысяч кубометров древесины. Всю ее продадут. Эти средства уже используются на цели, связанные с посадкой леса, ну, с лесовыращиванием, с охраной леса. За счет них, например, покупается техника. А в этом году мы планируем приобрести за счет этих вот платных услуг 3 автомашины КАМАЗ.